Геральт, помоги мне это разломать! Отсюда мы точно дойдем до пещеры великана! Я прикрою тебя. Встану так, чтобы не упускать великана из виду. Все холоднее. Уже близко. Осторожно. Один неверный шаг, и ты его разбудишь. Эй, выпустите меня, пока он не проснулся! Лично она где-то здесь. Нет, подожди. Ты знаешь, как называют Виги? Помешанный. И не без причины. Пусть он лучше посидит в клетке, пока мы не покончим с великаном. Анкрайт, ты сдурел? Я думал, это твой товарищ. Да, и поэтому я знаю, на что он способен. Выпустим его. В бою с великаном лишний меч не помешает. Даже в руках безумца? Я все слышал, Анкрайт. Выпустите меня сейчас же. Жди здесь, я найду ключ. Он мой! Эй, выпусти меня! Скорее! Заткни Хайло! Когда я сидел в котле у троллей, то даже не мяукнул. Спасибо за помощь, брат. Теперь уходим. Ага, но сперва убью его. Ах, и уебан ты, Виги! А где остальные? С
Спасибо за помощь, Белый Волк. Я позабочусь о том, чтобы скальды сложили песнь о Геральте, убийце великана. Кьялмар, убийца великана, звучит куда лучше. Это твой поход, и вся слава должна достаться тебе. Пожалуй, ты прав. Пойдем отсюда. Пойдем.